Мы хотим сегодня рассказать вам о своей нечеловеческой истории, или скорее недочеловеческой истории. Это наши личные опыты и мнения, которые привели. История объясняет то, что они в какой-то степени речь идет о женщинах, считающихся в нашем обществе не до человека, не до людей, то есть не до женщина в одном случае, не до туриста в другом случае, и не до гражданка в третьем. У нас есть свободный стул, потому что это как бы не пьеса, это не какая-то лекция, это мы просто решили рассказать свои истории. И этот стул напоминает о том, что любая девушка, женщина, человек, мужчины в том числе, мальчики, парни, тоже могут рассказать подобные истории. И мы оставили такую возможность для любого из присутствующих рассказать свою историю, если будет такое желание, будет такой порыв. Я начну себя. Меня зовут Мухина. Мне 30 лет, и у меня нет детей. Более того, я не хочу иметь детей, и не могу себе представить, что когда-либо я захочу родить. И я не сразу это поняла. И как любая девочка, я росла, я играла в пупсиков, в дочке матери, и считала, что материнство – это обязательное веко в жизни каждой женщины. Мне такая это казалось так же естественно, как для женщины носить платье, готовить ужин, говорить высоким голосом. У меня есть такое детское воспоминание, когда моя семья переехала жить из Душанбе в Таджикистане, города Бухару, который находится в Узбекистане. Мы поселились в поселке Георгийском с нашей бабулей. Ее все называли просто бабуля, Кьё. Она была прабабушкой на самом деле. И по соседству на соседней улице жила ее дочь. Тоже тоже бабушка, звали ее Джо Мон, которую создали после тетя Жени. Тетя Женя была очень интересная женщина. Она была высокая, худощавая, у нее были такие пушистые седые волосы. И она жила отдельно, у нее был свой дом, довольно просторный, светлый, с садом. Но самое для меня замечательное было, потому что я с детства обожала книжки и читала просто все, что мне попадалось под руку. У нее была отдельная комната, которая была полностью заполнена книгами. То есть там даже не было каких-то таких упорядоченных полок, а просто грудами на полу лежали книги. И я очень любила проводить в этой комнате время. Я приходила к ней в гости, пропадала часами в этой комнате, она мне разрешала на все смотреть, она мне решала брать книги, домой читать. И тогда я считала, что тетя Женя быть просто здорово. И я хотела подростку жить как она. Со временем, однако, я поняла, что окружающие, в том числе родственники, относятся к тете Жене каким-то со смесью жалости и снисхождения. Потому что она старая дева, она одинокая, она бездетная. И девушка мой в том числе называла ее книжным червем, книжным человеком. То есть она не следующая в жизни, она ничего не понимает в жизни. И все свои знания она черпает только из книг. У нее нет какого-то очень важного жизненного опыта. И тогда, я и не знала, как мне относиться к тете Жене, к ее жизни. Окружающие обесценивали ее жизнь. А мне казалось, что она хорошо живет.
То есть для них для окружающих движение было не до человеком, не до женщины, из-за того, что она не выполнила какие-то важные функции в своей жизни, в том числе материнства. Меня в детстве окружали также женщины, которые были в разводе или одиноки, но они все равно были потеряны. Да? То есть как бы у меня была такая модель, возможная жизнь, что в принципе можно быть не замужем, можно быть одинокой, но максимум. И когда я была подростком, моя другая тетя в возрасте 30 лет, то есть в возрасте, в котором сейчас я нахожусь, она решила для себя, что она заведет ребенка для себя, то есть она родит для себя. Когда она была беременной, меня вместе с ней позвали из Бухары жить в Ташкент, чтобы я ей помогала с учительством в уходе за этим новорожденным моим братишкой. Тогда это для меня была такая школа материнства настоящая, да? То есть я все делала. Я веревки меняла, подгузники, купала его, кормила и так далее. То есть он у него был практически две мамы, он меня тоже мама не звала, в детстве. И тогда я поняла, насколько это сложно для моих детей. И поняла также, насколько это должно было быть сложно и для моей матери, потому что у нас было двое. И она тоже была одна. Я росла, я уже была в старших классах, я узнала о контрацептивах, а через какое-то время, уже когда я была студентка университета, я начала пользоваться этими самыми контрацептивами, но тем не менее я все еще думала, что я когда-то стану матерью. То есть эти средства были для меня как бы отсрочкой материнства до более удобного времени, да, в моей жизни. Но времени как бы не отменны, материнство как такового. То есть, поэтому и называют это средство планирования семьи. То есть ты планируешь, когда ты будешь иметь детей, с каким промежутком и так далее. Между как бы, период между 20 и 25 годами я приняла несколько важных жизненных решений, которые опять-таки отсрочили, да, принятие решение о том, когда я стану матерью. Я решила продолжать свое образование по окончанию университета. Я тоже закончила АУЗа. Вот. Я поехала учиться в магистратуру, потом решила продолжить образование в аспирантуре. И так как это было за границей, то это положило конец фактически долгосрочным отношениям, которые я тогда была, которые тоже, наверное, в итоге привели бы к замужеству и к рождению детей. И опять-таки вот это решение было отсрочено. Вот этот момент, когда все-таки решение было принято, наступил тот момент, когда я встречалась с человеком, и он меня спросил напрямую. Он не был уверен, хочет ли он детей вообще в жизни. И он спросил, насколько для меня это важно. И тогда последовали размышления, разговоры, какие-то прочтения какой-то литературы. Это был такой болезненный процесс. В конце концов я осознала, что это на самом деле это мой выбор. И когда я это поняла, я почувствовала огромное облегчение, как будто вот огромный груз, о существовании которого я даже не подозревала, упал с моих плеч. Да? То есть мне уже не надо было торопить события, мне не надо было судорожно искать какого-то партнера, чтобы выйти за него замуж или просто совместно производить и воспитывать детей на свет. Мне уже биологические часы не отсчитывали безудержные эти минуты моего репродуктивного возраста, да, я поняла, что иметь детей не обязательно, да, то есть никто меня не может заставить, ни там разочарование моих родственников, моей мамы, да, которая хочет иметь внуков, ни там давление общества, да, те же самые таксисты, которые спрашивают, почему я не рожу для себя ребенка. Ни государство меня не может заставить, давление, да, как бы, что я обязана для демографии страны произвести потомство, ни в
Бог даже, то есть его представители, так называемые, на земле, да, священнослужители, которые тоже оказывают давление, говорят, что это твой долг перед Богом родить ребенка. Даже есть такой законопроект в Российской Федерации, налоговая безбедность. И это было предложено Русской Православной Церкви. То есть они хотят наказать людей за такое решение в какой-то степени. А может быть, это не всегда решение, но люди просто не могут идти. То есть это было очень непростое осознание для меня. Даже было трудно до конца самой себе признаться. И мне даже понадобилось какое-то время, чтобы это оплакать, да, вот этих своих каких-то несостоявшихся детей, какие-то, может быть, надежды, которые у меня раньше были в жизни. Но в то же самое время я почувствовала облегчение. Почему я не хочу иметь детей? На самом деле это очень просто. Я хочу свою жизнь для себя и так, как я хочу. Мне нравится мой стиль жизни, моя личная финансовая независимость. Мне нравится заниматься теми делами, которые я считаю значимыми. Мне нравится просто по полдня валяться на выходных с книжкой в постели или поздно приходить домой. И я не хочу, чтобы моей главной ролью в жизни была роль матери. Возле, чтобы главной целью, задачей было создание в ходе ребенка. Я думаю, что я, в принципе, могла бы стать хорошей матерью, но я просто выбираю, где ей быть. То есть я бездетная по собственному выбору. По-английски это называется child-free, то есть не childless, да, не бездетная, а свободная от детей. То есть такой позитивный термин. Опять-таки, это не потому, что у меня было тяжелое детство, я не хочу принести детей, да, в этот безжалостный жуткий мир. У меня было хорошее детство, и я очень благодарна своей матери за то, что она меня родила, хотя я была не запланирована ребенком. Но она мне подарила эту жизнь для того, чтобы я могла прожить ее именно так, как я того хочу. И я считаю, что я много еще чего в жизни не видела, не знаю, не умею. Я хочу научиться, не знаю, стоять на голове, знать, что я еще не умею говорить по-испански, я еще много денег не была в мире, я хочу путешествовать. И даже если в итоге я буду старухой, и я буду сокрушаться о своем выборе, мне кажется, лучше все-таки не иметь детей, потом об этом сожалеть, чем родить ребенка и потом сожалеть об этом решении. То есть, присматривать стакан воды, да, мне не хочется родить ребенка из-за вот этого стакана воды, который мне кто-то должен подать в старости. Я считаю, что это более безответственно. Просто я хочу жить в доме, где есть комната для книги.